Привет, друзья! Будучи в Таллине, решил прогуляться по новым кварталам Таллина. По старым уже прогулялись, видео вот здесь по ссылочке, можно будет посмотреть. Или в описании, если захотите. Если не захотите, все равно смотрите. Пришли мы в первую точку на нашего маршрута. Квартал, хрен знает, как называется. Ну, в общем, сейчас будем здесь гулять, смотреть. Итак, пришли в новый и, судя по всему, модный квартал Таллина, который располагается на берегу Финского залива на территории бывшей промзоны, скорее всего, верфи или судового завода. Квартальчик этот очень крутой, машин здесь нет внутри, но даже парковок я не видел. Видимо, сюда я запрещен, хотя нет, там какие-то машины стоят вдалеке, но, наверное, там вот они дальше не едут. Зато вот есть место для швартовки. То есть можно сюда, видимо, на своем катере подъехать, зашвартоваться и пойти домой. А первые этажи, по ходу дела, здесь все под коммерцию отданы. Понятно, в общем, то ли какие-то бизнес-центр, то ли коворкинги. Да, то ли бизнес-центр, то ли какие-то коворкинги. Как Слава правильно заметил, подсказал мне нужное слово. Ну, как-то здесь все тихо, спокойно, и людей не наблюдаю. Вот. Ладно, идем дальше гулять. Какие-то старые ангары. Видимо, здесь была какая-то верфь, что ли. В общем, остались эти здания, и их вот как-то переделали. Ну, в принципе, круто, что их оставили и сохранили. И вот он сочетается с таким вот новым проектом. Слева, видишь, палубная труба стилизована и корабельные балки. Ага. Дальше пошел типа этот цикл. Прорезиненный, конечно. Да, да. Ну да, то, что разными материалами сделано и разных цветов, как бы смотрится очень круто. Полоска керамики такая обычная, да, как называемая. И смотри, разных цветов. Ну, возможно, красный цвет здесь вообще не в тему, но зато может добавляет именно красок в эту серую атмосферу, погоду. В середине прикольный цвет вот этих лофтовых кирпичей, короче, прикольный. Старых цеховых, наверное, да, там. Деревянная, вот видишь, вставка деревянная есть, вот да? Под палубу сделана, вон слева она, они секциями идут. Да-да-да, ну круто так сделано. Типа еще знаешь, чем она напоминает? Как в Амстердаме. Узкие высокие дома. Вот, видимо, что-то оттуда тоже есть. У нас Смотрится интересно. Здесь также присутствует небольшое озеленение в виде елок, здесь рябина и вот там елочки. Ну, мне кажется, маловато. На такую площадь. Мощная ель, вон. Она, интересно, высажена или вкопана? Ель, мне кажется, поставленная. Ну, как бы, это не растущая здесь ель. А так вообще с озеленением как, ну, маловато. Просто клумбы вот эти вот и все небольшие. Ну, по так. Стилю, типа, это должно быть такое. А вот там вот накиданы всякие разные механизмы. Видимо, для того, чтобы сохранить дух места, что ли, что здесь когда-то были какие-то такие вот именно судовые верфи, не верфи. Доки, не доки. Ну, в общем, что здесь такое было связано с судами, судя по всему. И, собственно, мне кажется, сохранили они дух, место. Давай, зачитывай. Квартал называется, Нублеснер. Проект Кодусадам в квартале Нублеснера предусматривает строительство 4 жилых домов, где будут находиться 208 квартир и почти 3700 квадратных метров офисных торговых площадей. Вот такой вот крутой район. Так что... Будете в Таллине, зайдите, посмотрите. И он продолжает строиться, потому что вот какое-то здание недалеко от того места, где мы сейчас были. Вот оно полуразрушенное, и вот там вот его с той стороны уже разбирают потихоньку. Видимо, на его месте что-то тоже замучат, потому что из него уже ни хрена не сделать. Ну, идем дальше, в летную гавань. Дошли мы до так называемой летной гавани. Называется она так, потому что здесь... учили летчиков летать, как пишут в интернетах. И вот здесь такая вот детская игровая площадка. Вот, кстати, мягкое покрытие. Корабль вот у них тут. А по ходу дела корабль-то старый, но бывший рабочий. Не просто бутафория, а именно из старого корабля сделана такая вот лазилка. А также из старых буев сделали такую полосу препятствий, что ли, я не знаю, лазилки. Для детей также. Ну, в общем, круто. Морская тематика выдержана. В ангарах старой летной гавани сейчас находится музей. Но мы туда, конечно же, не пойдем. А вот там вот располагается тюрьма. Тюряшка вроде как еще действующая. Круто, да? Вид из окна у них такой прям на Финский залив. Почти как у меня дома.
А судя по всему, тюряшка-то нерабочая, потому что окна выбиты, заколочены этим ОСБ-листом. Видимо, тоже скоро из него сделают какой-нибудь лофт-проект. Торгово-коммерческие площади. Или гостишка. Ну, гостишка была вообще топовая, с таким-то видом. В общем, по ходу дела, теперь здесь выставка. Но сейчас она закрыта, откроется вот 1 мая 2020 года. Видимо, про злостных коммуняк, которые мучили, пытали и убивали свободолюбивых эстонцев. Вот. Надо будет летом как-нибудь, если получится, приехать посмотреть, что это такое. Ну, все, собственно, покидаем территорию закрытой тюряшки и идем дальше вдоль набережной. К другому объекту, который располагается вон там. Посмотрим, что это и для чего это, и зачем это. В общем, это громина бетонная, называется Гор Холл или Сити Холл. Ну, короче, вот такая вот фигня. Вообще непонятно, для чего она. Видимо, используется как просто смотровая площадка. Кораблик поплыл в Финляндию. До Финляндии здесь 2 часа или что-то около того на пароме плыть. В общем, это Хиробора, видимо, как просто смотровая площадка. Вот старый город. Вон тюряшка, летная гавань, Финский залив. Там вот порт. И, собственно, вот какая еще ее функция, пока не ясно. Надо будет в интернете вычитать. Ну, не знаю, дело здесь, по большому счету, нехер. И мы отсюда сейчас уходим. А вот ее другая часть, на которой заливу выходит. Здоровенная парковка, вот какая-то площадь такая. И вообще непонятно, чего. Пришли еще в один новый район. Вот такой вот. Сейчас пойдем по нему гулять. Если район Ноблессер находился непосредственно у самого Финского залива, то этот район расположен ближе к старому городу. Достаточно крутой подъем. Балкончики интересно обыграны. Теперь спуск. Пойдем на балкончик. Общественный балкончик. Сакой вроде не воняет. Дизайн. Тоже дворики без машин. Здесь суть та же, как и в Ноблессере. По ходу дела, все первые этажи отданы под коммерцию. И также офисы, также гостиницы здесь. Ну и вот просто прогулочная зона. Вот так вот здесь. Интересно. Но опять зелени нету. Зелень только вот то, что поставлены елки новогодние, и все. Просто без зелени. Просто бетон, гранитный камень и дома. В декоре оставлены, видимо, старые какие-то заводские механизмы. И смотрится достаточно круто. Этот квартал сделан на территории какой-то фабрики. И вот так вот они обыграли фасады цехов. Вот так вот их модернизировал. Я не знаю, конечно, может быть, это и красиво, но как-то я хер знает. Тебе как? Мне нормально. Нормально выглядит? Ну, возможно. Мне как-то, не знаю, как-то смущают вот эти вот кубы меня. Район хоть и новый, а плитка уже местами расхерачена. Часть фасадов старой фабрики, на территории которой расположен этот комплекс, вот так вот сохранены и надстроены. А некоторые здания построены просто заново. А вот там вот происходит реконструкция, реновация тоже старого здания. Возможно, будет такое же потом. Квартал будет продолжен туда. Ну вот, мы прогулялись по старым кварталам Таллина. Весьма таки интересные. Если первый квартал был непосредственно у Финского залива, то был другой совсем рядом со старым центром. То есть дойти совсем близко. Так что если будет желание гулять не только по старому городу, можете прогуляться и по новым кварталам. Они достойны. Очень круто сделаны. Очень интересно.
Таллин вообще очень интересный город. Так что советую вам посетить.